Наталья Береговская считает, что каждый сотрудник сферы обслуживания отвечает не только за качественный сервис, но и за безопасность. Трудится в столовой в Новокуйбышевске. Работа обязывает быть защищенной от вируса, потому на предложение пройти вакцинацию от коронавируса откликнулась сразу. Нас несколько человек. Мы пожелали сделать эту вакцину для нашего здоровья. Это для жизни нашей. Должно быть хорошо. Прививались на территории общественного совета микрорайона номер 4. Для этого здесь организовали прививочный кабинет. Пришли более 30 человек. В основном это сотрудники фабрики школьного питания и мамы в декрете. Есть и люди в возрасте, которым неудобно идти в поликлинику. Такие пункты открыты в разных районах города, в том числе и на улице Егорова. Не мочить в течение 3 дней. Через 3 недели всех привившихся ждет ревакцинация вторым компонентом. Она также пройдет на территории общественного совета микрорайона номер 4. О возможности сделать прививку близко к дому новокуйбышевцев уведомляют в том числе через соцсети города. Ольга Хамракулова, «События».